слушаю! Да-да! У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Лон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да пудов это 5 или 6. 5 или 6? Больше ему не есть. Он у меня еще маленький. Маленький. А потом позвонил крокодил и со слезами просил. Мой милый, хороший, пришли мне калоши, и мне, и жене, и калоши. Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал 2 пары отличных калош? А где что ты выслал на прошлой неделе? Мы съели, давно уже съели. И ждем, не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину, дюжину, новых и сладких колос. Позвонили цапли. Ох, пришлите, пожалуйста, цапли. Вы больного моржа. Вчера проглотил он живого ежа. И такой удивительный случай. Еж оказался колючий. А потом позвонил медведь. Да как начал реветь. Погодите, медведь, не ревите. Объясните, чего вы хотите? А он только му да му, а к чему, почему, не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. И такая дребедень целый день. Динтилень, динтилень, динтилень. То тюлень позвонит, то олень. Легкая эта работа